Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, у нас Лига Мастеров одна звезда. Ну, я не знаю, ребят, может быть, нас еще и скинули, давай посмотрим. Но нет. Лига Мастеров, ну, ранг 76. Что мне очень не нравится. А почему мне это не нравится? Да все легко и просто, ребят. Сегодня у нас что? Воскресенье, правильно. Завтра понедельник. У меня меткая миссия. И поиграть у меня не получится, к сожалению. Я даже, может быть, из-за этой медкомиссии пропущу... Да, пропущу буст. Скорее всего, ребята, так получится. Потому что это я 8 часов уйду. С 12 там будет принимать определенный врач. Потом сходить к терапевту за заключение. Ну, короче, да, скорее всего, не получится. Где-то я продинамлю... пару часиков. То есть это я где-то, может быть, во втором часу приду домой. Это в лучшем случае, ребят. А потом, да, потом мы засядем. Но мне, видишь, мне хотелось бы, чтобы мы сегодня хотя бы дошли до Лиги Мастеров 3 звезды. Почему? Ну, во-первых, нам нужны осколки. Вот. Ну и... как бы это тебе сказать... несмотря на то, что два дня, ребят, пропущено у меня, опять же, в связи с работой, то есть я не мог играть никак, мне хотелось бы все-таки добиться высшего результата. Я уже про топчик не говорю, чтобы там первое место взять в Лиге Мастеров 3 звезды. Я говорю о том, что мне попасть в Лигу Мастеров 3 звезды где-то на позицию хотя бы 50-ю. Зачем? Ну, для того, чтобы... тихо, подожди, что-то мне... что-то мне вот это не нравится здесь. Для того, чтобы... друзья мои... да. Я так и понял. А знаешь, почему, ребят, я тупанул? Я тебе объясню элементарно. Моя тупость, а точнее, даже не тупость, я скажу, а слишком, наверное, самоуверенная наглость. И вместо того, чтобы Рафаэля поставить в провокацию, я начал им атаковать. И по итогу меня просто-напросто взяли и уничтожили Бибопа. Вот и все. Элементарно, ребята, элементарно все. Моя наглость, конечно, меня подвела. Это было очень зря сделано. Не знаю. Тем более у нас же с тобой, видишь, малыши. Ну как малыши? Они относительно, ребят, не такие уж и маленькие в соотношению к врагам на 10 уровней. Но я вам еще раз говорю, что 10 уровней, если брать именно против вражин, это весомо. То есть мои 10 уровней в плюс для врагов ничего. А если враг на 10 уровней в плюс против меня, то это уже ого-го, какое преимущество. Зачем же я так тупанул? Черт подери, целую практически катку слил. Да, вот из-за одной этой ошибки. Потому что уничтожили Бибопчика и, соответственно, мне дали награды меньше. А раз дали нам меньше наград, соответственно, мы с тобой продвигаемся медленнее. А у меня тут, как говорится, в моем положении каждый поединок на счету. Ну что же. Уже ничего не поделаешь. Что сделано, то сделано. Ведь можно было всего этого избежать. Не будь я так самоуверен. Ладно, ребята, у нас какая-то 54-я позиция. То есть, грубо говоря, нам еще где-то нужно будет 5 поединков сделать. Для того, чтобы... так, а уже враг-то идет. Ха-ха, 70 ун. Тихо, подожди. Нам надо брать перестраховку. Давай, наверное, сделаем так. Перестраховка здесь нужна. А что, слушай, они как-то быстро тут. Недавно же только был 60-й у них уровень. В какого перепуга? Уже 70-ники. Я не знаю, почему такая офигенная прогрессия тут пошла. Ладно, давай сделаем крик души. Блин, вчера, ребят, так погулял не кисло. Я сегодня во сколько, получается, сходил в бар. В 7 часу утра пришел. Разбитый, как корыто, уставший, как собака. Но зато наплясавшись, набухавший... ну да, скажем так. От души, блин. И поспал, причем мало. Я не знаю, почему
Думал, вырублюсь до вечера. Нет, буквально через, сколько там получается, через 4 часа я встал. Муторно, конечно, себя чувствовал, но ничего страшного. Водички вроде отпился, кушать ничего не хотел, потому что ничего и не было готово. Пошел, как говорится, заварганил себе макарон с курицей, перекусил, что-то тяжело как-то стало. Полежал, не лежится, посидел, не сидится. Думаю, дай-ка я, наверное, зашпилю видосик, как говорится, на дорожку. Потому что там и так, я знаю, что беда у меня в черепашках. Поэтому вот сейчас сидим и играем. И что-то как-то у меня тут не очень, ребят, все хорошо складывается. Блин, ты посмотри. Это мне не поможет. Давай ракетами добьем их тогда уже. Крэнк, я думаю, ты меня не подведешь в этом плане. Молодец. Поэтому немножко, ребят, такое состояние, знаешь, уставший, вялый. Такой как разбитый, скажем так. А завтра на комиссию пиликать. Нормально? Я думаю, что ненормально. Так, ну что ж, давай сделаем. Возьмем Зека плюс Леонардо. И вот так вот. Попробуем. Ну, Зек сделает замедление. Я думаю, что Леонардо просто должен будет... Ой, что-то раззевалось, ребятушки. Да еще погода такая. Вчера вроде в 7 утра шел домой. Солнце светило, думал, ну, будет жаркая погодка. Да, где-то в 2 часа начал дождь моросить. Сейчас дождя, конечно, нету, но небо все серое. Такое пасмурное, знаешь, пасмурное, сырое. Ощущение какой-то пустоты, сырости. Потому что народу на улице нету, все по домам сидят. Все как-то серое, несмотря на то, что много зелени, а радости абсолютно никакой нету. Ой, а это все, ребята, как говорится, от состояния души зависит. Если у тебя, как говорится, с плохой самочувствием, то никакая погода тебе будет не в радость. Это уже точно тебе говорю. Потому что если у тебя есть настрой, то даже в плохую погоду она будет тебе казаться хорошей. Так, ладно, возьмем Алапекс, Рафаэля. Ой, я вот не знаю, только и взял вот Алапекса и Рафаэля. А справимся ли мы? 76 уровень все-таки против нас. Это, грубо говоря, запределочка. Ну, 76, 72. Тут разная солянка такая у нас. Просто если сейчас Алапекс не уронит многих. Нет, молодец. Ой, сегодня получилось. Да что ж такое-то? Ой, друзья мои, извините. Что-то вообще. До этого сидел нормально бодрячком. Тут начал снимать, все, меня потянуло в сон. Не знаю почему. Ничего не предвещало такого. Я и сел, в принципе, записывать, потому что не лежалось мне и не сиделось. Ладно, переживем это как-то. Наша цель сейчас, ребят, как можно дальше убежать. И желательно бы, конечно, в Лигу Мастеров 3 звезды попасть. Я так понимаю, что, наверное, событие в Драконы, Всадники Олуха прошло, потому что там оставалось, ребят, 2 дня, и эти 2 дня я как раз проработал. То есть, наверное, оно уже все закончилось. Ну, в принципе, ребят, ничего страшного нету. Мы с вами до этого проходили. Так что приблизительно знаем, какая это будет награда. А награда-то будет никакущая. Ой. Блин, это все из-за погоды. Я тебе говорю, это вот дождь. Всегда я заметил, как только начинается дождик, сразу хочется спать. Это даже на работе такое, когда работаешь, дождик, начинается все. Начинает тебе все валиться из рук, тебе хочется спать. Такой вялый весь. И здесь то же самое. Но мне нельзя, ребят, спать, ложиться. Если я сейчас лягу, я проснусь посреди ночи, и на комиссии может и давление показать, и тому подобное. Так что надо вот каким-то макаром мне, да,
10-11 часиков как-то перебороть себя, чтобы не уснуть. Потом спокойно ложиться спать в 8 утра. Точнее, не в 8, в 7. В 8 я уже должен быть в больничке. И в 7 утра уже где-то подниматься. Естественно, блин, опять, а? Естественно, перед этим есть нельзя. На голодный желудок, как всегда, все это. Блин, ребят, ну мы опять с вами потеряли бойца. Ну что ты будешь делать, а? Я что, опять где-то продинамил? Я что, маузер суператаку разве не сделал? Непонятно. Ты знаешь, как этот... рассеянный с улицы бассейной, так скажем, сейчас, в данный момент. Очень рассеянный. Очень рассеянный, очень расслабленный. Такой вот. Ну-ка, давай. Попробуем сейчас крученого дать. Ну что, вот, ну вот, смотри, какой крученый должен быть. Слэш. У тебя там непонятно, что сделал. Какую-то пародию на вихрь. Так, 74-я позиция. Ага. Берем в среднем по 7 поединков. Так, раз. Два. Но на 7 поединков у меня не хватит бойцов. 5 поединков, может быть, еще. Худо-бедно мы сделаем. Ну-ка, давай. Ой, морозилку ты не завалил, а? Что ты будешь делать? Так, тихо, ну. Блин, кто там будет сейчас ходить? Ой, сейчас там будет ходить и Донателло, и Рок... Ой, Роквелл. Да ну, он тебя в ба... Самая, ребят, наихудшая битва за последние года. Ну что такое? Это в три битвы, ребята. Уже в трех битвах я сфейлился. Что за фигня, блин? Меня ж прям подбешивает это, если честно. Ну да, переберемся мы, конечно, с тобой. Ага, на Лигу Мастеров 3 звезды. Такими темпами, как я играю. С такими фейлами. Несбыточная мечта. Если бы три поединка бы я не сфейлил бы по одному персонажу, мы бы уже давно бы, наверное, были бы в Лиге Мастеров 3 звезды. Ну что это за ересь такая? Так, ну-ка бросай. Что-то как-то не клеится сегодня у нас. Вообще ничего не клеится. Ты посмотри. Мы даже не можем с тобой нормально пробить их. Непонятно. Так, ну что, 50-ю дашь мне? 57-я. Мало этого, мало. Так, супер шредер. Угу. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Но дело в том, что они там все 70 уровня, а враг уже 74 порой где-то встречается, да, я смотрю. Тюх. Да, что-то как-то вот не тюх. Слабо как-то карайка ударила. Ну вот. Сейчас мы с тобой получаем, я не знаю, может быть, 45-й. Угу, 45-й. И вот этот возьмем. Ну и смотри, 75-й, ребята. У меня железноголовый. Это нереально, мне кажется. Ладно, мы сделаем тогда по-другому. Раз и два. Мне придется два отката, ребята, еще в следующем поединке откидывать, потому что хочу полную команду, фулл. Как говорится, хочу больше всего очков, чтобы было. Так, остался Дон один, ну мы его ухлопаем. Так, прекрасно. Двигаемся дальше. Ребята, вы не поверите, у меня просто начинают слипаться глаза. Что за фигня, эй?
Рейчик, возьми себя в руки. Да что такое-то, а? Прям плыву. Так, подожди. Раз, два, три. Блин, такая слабость. Ой, назевался называется, да, друзья мои? Ну-ка, бомбанем. Ну, в принципе, неплохо. Армагон добивает их. Это у нас, ребят, был последний поединок. Вот. С ареной. Так. Ну, может быть, ребят, я еще ближе, как говорится, к поздненькой ночи поиграю. Или же с утра. Раненько, чтобы все-таки выбить себе Лигу Мастеров 3 звезды. Так, ну что, в испытаниях, ребята, черепашья буря пройдена. Это я за кадром проходил. Так, здесь фармим эксперт снаряжения. Ага, выбили. Такс. Ну, давай. Попробуем. На автобой поставлю, друзья мои. Так, тут три волны. Ну, то, что он постепенно урон повесил, это, конечно, не очень хорошо. Так, ага. Лео делает пробивной. Донни блокирует. Хоба. Еще броню. Рафаэль берет провокацию. Так, Рокзар тоже взял провокацию, но мне кажется, зря. Минус Рокзар. Рок, кстати, психует, начинает бросать свои валуны. Все в Рафаэля летит. Ну и правильно, потому что Рафаэль у нас провокатор. Но пробьешь перкотом этим? Ты посмотри, какой, а? Ты посмотри, какой Рокстеди здесь жесткий. Вот и все. Ну что тут, Шреддер, Шархан у нас, да? Караечка, Крис Брэдфорд и... Баксер Стокман. Так, Шреддер валяется. Так, Крис следом отправился. Ну и Донателло, конечно же, маг добивает их всех. Так, ну давай попробуем, может быть, удастся у нас. Сколько у нас? Ну, есть еще. Ой, не то сделал. Так, раз, два, три. Последняя попытка. Нет. Только лишь снаряжение клан Фуд я получил. Так, ну что, пойдем пробежимся еще по серии испытаний. Я, наверное, думаю, что вот здесь возьму. И быстреньким образом пробегу. Тут всего одна волна, так что особо париться не стоит. Давай, маузеры. Нет, не пробил их, да? А валун? Ну, валун их уничтожит. О чем я и говорил. Так, хорошо. Сколько у нас там еще попыток осталось? Попыток. Поднять ум персонажа. Так, ну давай. Да не буду я. Мутаген у нас 64 тысячи. Смотрим, Леонардо. Подожди-ка. Мы же с тобой... Донни. Вот, друзья мои. 99 уровень. Буквально еще один левел. И он будет соткой. Это уже хорошо. Так, теперь переходим с тобой на нашего Лео. Вот он. И смотрим по навыкам. Блин, мужу нужен 70 уровень.
или же не нужен? Сейчас проверим, ребят. Так, 12 номеров. Один номер есть. Так, второй. Так, третий. Третий. Четвертый. Четвертый, пятый. Ну, пятый. Шестой. Тут опять мутаген выпадает. Так, это как восьмой, да? Девятый. Там 10 или 12? Десятый. Да, ребят, нужен будет 70 уровень. В любом случае не получится. Ну, давай хотя бы набью, чтобы уже... Так, получается еще 3. Да ладно. Так, раз. Два. Три. Все, друзья. 3 штучки набил, но нужен будет... 70 уровень. Так, забираем здесь награды. Забираем здесь награды. И все, ребятушки. Пойду-ка я, наверное, попробую чуть-чуть отдохнуть. Что-то я сел, и меня прям все размотало. Ладно, ребятушки, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.